Всем привет, с вами Артур, и сегодня в ремонте BMW 3. Ремонт задней части машины. Итак, заднее крыло буду менять, крышку багажника и бампер буду менять. Остался вопрос только с лонжероном. Либо менять, либо вытянуть получится. Разбираю. Итак, машина разобрана, установлена на стапель. И первым делом я вытягиваю все поврежденные элементы. Все, что смог, вытянул, теперь удаляю поврежденные элементы. Все мятое железо удалил, лонжерон тоже решили заменить, и теперь выравниваю днище багажника.
днище багажника отровнял, теперь примеряю детали, которые взял с донорской части. Вот с этой донорской части я и взял детали. Чтобы приварить лонжерон, прикручиваю усилитель бампера, затем измерю его по высоте и, если все хорошо, свариваю. Итак, эту часть работы я выполнил, лонжерон приварен, днище багажника выровнял и теперь примеряю, подрезаю и свариваю заднее крыло. Работы с металлом закончены. Отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски. Собираю ее. Машина собрана, на этом ремонт закончен. На весь ремонт ушло 10 дней. 5 дней работы с металлом и 5 дней покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!